Вот это я понимаю вещь. Далекие просторы Приморского края. Сюда можно забраться только на тяжелом мотоцикле. И этот мотоцикл — это Yamaha Serov. Я сейчас расскажу про наших друзей. Давай попробуем, не получится переработать. Давай. Дорогие друзья, также на порталах интернета, а именно в Ютубе, есть много наших друзей. И один из них — это обезбашенный байкер. Это, конечно же, Марк Танк, у которого очень много подписчиков и интересных видео, который каждый день убивает Ирбис ТТР. Он делает с ним все невозможное. Подписывайтесь на его канал, ведь он также помогает и пиарится нам. Марк Танк. Лучший канал на Ютубе, ну, конечно же, после Мотолайфа. Марк Танк. Россияне, и компания Motolife.ru приветствует вас, и сегодняшний наш летний день пополняет видеообзор интересного мотоцикла в своем классе. Это Yamaha Serov. Это именно тот мотоцикл, который заработал все деньги всем сельскохозяйственным товарищам. Итак, это мотоцикл для бездорожья, мотоцикл эндуро. Что такое эндуро? То есть это легкий мотоцикл, конечно же, со светооптикой, чтобы освещать вам путь, поворотники, чтобы двигаться также в городе, и, конечно же, сцепление и тормоза. Это все его отличает, конечно же, от чистого кросса. Ну а теперь немножечко серьезнее. Итак, Yamaha Serov — самый надежный мотоцикл, который действительно в Японии взят на вооружение. А почему? Да лишь только потому, что этот мотоцикл, друзья, можно ложить на бок, и он будет лежать неделю под кустами, которыми вы его спрячете. А через неделю, когда вы вернетесь с боевого задания, вы его поднимете, представляете? И он после этого заведется, друзья. Вот в этом прекрасная составляющая этого мотоцикла. И именно поэтому вооруженные силы Японии взяли его на вооружение, чтобы японские камикадзе совершали боевые вылазки. Итак, друзья, во-первых, мотоцикл очень легкий, очень управляемый, двигатель надежный, Yamaha, экономичный, снабжен, конечно же, электростартером, кикстартером, очень надежная железная защита. Мотоцикл не боится падений, не боится, чтобы топить его в воде. Все просто. Обратите внимание, я сейчас ездил по грязи, по камням, и здесь все остается практически как на новом мотоцикле. Задние тормоза барабанные лишь только для того, чтобы вы не думали о задних колодках. Они никогда не сотрутся, потому что задних тормозов практически нет. Но очень приятно, что у него каталитическая труба. Это для того, чтобы вы тихо приезжали на место дислокации и ловили рыбку и охотились, и никто вас не слышал. Обратите внимание, что на нем стоят уже модные тюнинговые поворотники с голубым отливом. Это говорит о белых, о голубых кровей этого мотоцикла. Но также на этом мотоцикле есть стоп-сигнал, под которым стоит железная скоба, на которой вы будете крепить государственный номер. Это будет позволять вам двигаться по городским трассам. Самое приятное, что этот мотоцикл укомплектован багажным кофром, в который вы можете положить свою поклажу и путешествовать, друзья. Вы можете ходить по городу, покупать покупки. После этого вы просто подойдете, легким движением вы пристегиваете, и вы... Это практически туристический мотоцикл, и все за доступные деньги. Очень приятно, что у него есть багажник. Очень приятно, что есть боковые ручки, за которые будет держаться ваш командир или ваш пассажир. Также есть пластмассовый бардачок, в котором можно хранить инструменты, а также боеприпас. Обратите внимание, что для второго пассажира имеются красивые вот такие лапки с резиновым покрытием. Это будет очень приятно. Цепь защищает пластмассовый кожух, на котором вы можете что-то рисовать, друзья. Конечно же, есть боковая подножка, но общей нет. Для водителя зато железные зубастые лапки, которые вот так щелкаются. И, конечно же, кулиса переключения передач. Это все сделано для того, чтобы при падении не отламывать этого ничего. Имеется кран, который вы будете переключать на резерв, на закрытие. Это когда вы будете прятать мотоцикл в лесу. Закрыли, спрятали на неделю и ушли. Serov. Обратите, Serov, и нарисована коза. Это именно та коза, которая скачет по скалам и держится на двух копытах и не падает. Это и есть Yamaha Serov. Очень-очень приятно. Открою бензобак, чтобы вы лицезрели, что мотоцикл реально в хорошем состоянии. Открывать бензобак очень туго. Открывать
А обратите внимание, бак не винен. Мы приехали сюда практически без бензина. Это говорит о том, что этот мотоцикл очень экономичный, друзья. Он практически нюхает пары бензина. Итак, на спидометре указана шкала 120, но он, к сожалению, поедет только 100 км в час. Ведь это все-таки легкий класс мотоцикла. Руль широкий, но без распорки. Все, конечно же, вот сцепление очень тугое. На тросике надо будет работать рукой, левой рукой. Все-таки придется работать. Но передние тормоза гидравлика говорит о том, что это все-таки Yamaha. Очень красивые информационные зеркала. Это для того, чтобы вы сигнализировали кому-то, что вы где-то находитесь. Самое приятное, что на этом мотоцикле находится ручка, за которую ваш друг будет выдергивать вас из-за грязи. Обратите внимание, что на данной версии мотоцикла стоят гладкие колеса, которые будут позволять двигаться вам по бездорожью. И, конечно же, спортивный темп, характер этого мотоцикла подчеркивает красные гофры, друзья. Про этот мотоцикл можно говорить многое, но это реальная легенда. Это мотоцикл, который трудится в лесу. Он вывозит мясо, он вывозит грибы, он возит ягоды. Это труженик леса, настоящий. Про посадку. Очень удобная посадка. Подвеска прям считывается, прям садится под пилота. Он легкий, на нем может ездить ребенок, девушка, ваша мама может ездить. И даже фотографироваться ваша бабушка. Я сейчас заведу и покажу физику на малых оборотах. Мотоцикл реально очень интересный и очень простой. Хочу обратить внимание, что обогатитель топлива здесь уже тюнинг. Мы сделали вилли в виде чеки гранаты. Это специально сделано, чтобы подчеркивать его военный характер. Итак, поворачиваю ключик, загорается одна зеленая лампочка. Легким движением руки заводится мотоцикл. Обратите внимание, коробка мягкая, без щелчка, все-таки Yamaha. Я прокачусь и покажу, как на лысых колесах двигается этот прекрасный мотоцикл. Мотоцикл действительно податливый. На нем легко двигаться, потому что короткая база, друзья. Даже на гладких колесах на нем легко двигаться, потому что коробка не оборотистая, друзья. Вот она прелесть. Вы приехали в лес, совершили какое-то деяние. Конечно же, вернулись домой, друзья. Очень интересный мотоцикл, очень легкий. Опять же повторяюсь, этот мотоцикл не боится боковых падений. Он даже работает на боку. Вот прелесть Yamaha Serov, понимаете? Ни один больше мотоцикл этого не умеет. Пожалуйста, поднимаю, завожу, и он заводится. Итак, друзья, после того, как я вам коротко рассказал, я хочу сейчас, чтобы вы посмотрели, мы немножечко покатаемся, его способности внедорожные. А вам хочу посоветовать, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте получать всю информацию с информационного слогана. Итак, друзья, компания motolife.ru ждет вас, наших покупателей. Друзья, делайте правильный выбор и покупайте тот мотоцикл, который вам действительно нужен. Не надо мечтать о чем-то заоблачном, надо брать то, что будет вам служить верой и правдой. До новых встреч! Итак, друзья, динамические испытания Yamaha Serov. Мотоцикл, который вывозит травы, приправы, фрукты. В общем, чтобы вывозить мясо из леса. Очень хороший, надежный мотоцикл, который взят на вооружение. Итак, друзья, мотоцикл действительно для боевых вылазок. Вот он через гляс едет. Мы ничего не боимся, друзья. Все хорошо. Вон машина испугалась нас. Но тем не менее мы двигаемся. Вот поводил. Итак, мы подъезжаем, друзья, на этом наш ролик заканчивается. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, регистрируйтесь в motolife.ru. Оставайтесь с нами. Спасибо. И тем не менее мы едем, друзья, потому что это настоящий воин. И вот, друзья, мы подъезжаем к администратору. Спасибо за внимание. Повыше сделай.